Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас долгожданная премьера. Вот такая вот гитара Enya X2. Премьера долгожданная, потому что презентована она была в сентябре 2018 года. Без малого год прошел уже. Тогда это был прототип еще. С тех пор гитару доработали, выпустили в серию. И вот она пришла в Россию и к нам в Екатеринбург, в гитарный клуб. Она сделана из ели Энгельмана, высококлассного сорта ели, который применяется обычно в очень дорогих гитарах. А корпус, задняя дека и обечайки здесь выполнены из того же HPL, как и на этой гитаре, только паттерн, расцветка здесь немножко другая, она под цвет другого дерева. И то, что эту гитару еще отличает от многих других, это вот эта вот система электронная. Здесь не просто звукосниматель традиционный, который мы привыкли видеть на большинстве электроакустических гитар. Здесь, кроме датчика пьезо и микрофона, это встроенный ревербератор и хорус и дилей прямо в гитару. При этом здесь нет никаких проводов, он все находится прямо внутри. Отключим эту систему. И теперь включим. В народе такая штука называется трансакустика. Попробуем установить здесь некоторое количество ревера и, например, дилей. Или вот хорус. Ревер и хорус. Зеленый светодиод говорит нам о том, что батарея, здесь использована аккумуляторная батарея 18650, один элемент. Зеленый светодиод говорит о том, что эта батарея заряжена. Выключим пока. Вот так вот это выглядит. Батарейный отсек. Вот. Емкость в данном случае 2600 мАч. 18650. По форме напоминает пальчиковые батареи, но это гораздо больше, раза в полтора. И ее нужно заряжать отдельным зарядным устройством. Открытого типа механика, видите, как выполнены колки. Длинноходная передача 18:1. Порожки здесь, нижний и верхний, выполнены из современного материала, который называется TASC. Или туск, как правильно, я не знаю. Действительно твердый такой материал, шлифуется очень хорошо, совсем не как дешевый пластик, который бывает на дешевых инструментах. Комплектуется этот инструмент, на мой взгляд, просто шикарнейшим таким вот чехлом, беспрецедентно просто классным. Он стильный, плотный такой, добротный очень. Вот. Толстый, подкладочка тут, наверное, миллиметров 20, не меньше. Подгрифник есть, как в очень дорогих моделях чехлов. Ну и, конечно, фирменный эниевский комплект, вот такой вот, уже известный многим, в котором все есть. Тюнер,
гитарный ремень, капандастер, медиаторы и так далее. Поскольку она еще электроакустическая, здесь еще идет кабель для подключения. Инструмент рассчитан как на профессионалов, музыкантов, так и на простых людей, которые любят добавить в гитарный звук некоторые эффекты, некоторую изюминку, хорошо очень звучать, как в кругу друзей где-то, так и на какой-то сцене, может быть. Вот. Это, по крайней мере, необычно, интересно и под рукой. То есть вам не нужен никакой звукорежиссер, да, который будет рулить вашими эффектами. Сам себе режиссер, сам себе крути, что хочешь, и при этом звучи очень необычно, интересно. Возможно, кто-то скажет дорого, но здесь нужно понимать два момента всегда. Когда я говорю дорого, я уже давным-давно себя приучил добавлять к этому для меня дорого. То есть для меня дорого — это понятно, честно, нормально, никаких вопросов нет. Вот, потому что я всегда знаю, что через 5 минут, через 5 метров отсюда найдется человек, для которого это совсем недорого кажется. То есть это очень условный момент, дорого. И опять же, надо понимать, что за эту цену вы получаете. По сравнению с чем дорого? По сравнению с масс-маркетом, конечно, дорого. А по сравнению с породистыми хорошими гитарами, отнюдь недорого. Так что все очень даже относительно.